человека. Мужчины сочли высоких каблук крайне непрактичным. Однако женские каблуки уже стали более декоративными и модными, поэтому они остались на туфлях. Почему нельзя гудеть, зажав нос? Люди способны на многое, но гудеть или напевать, зажав нос, они, к сожалению, не могут. Если объяснять просто, то причина та же, по которой нельзя выдохнуть, если зажать нос и закрыть рот, потому что воздуху просто некуда выходить. Чтобы создать небольшой звук, воздух проходит из гортани. И голосовый аппарат надо становится невозможно, когда губы плотно сжаты. Возможно, это получится не так. Но в конце концов, вам придется открыть рот и вдохнуть. Давайте, попробуйте. Паразитка. Но у новорожденных правда нет слез, потому что люди не рождаются с работающими слезными протоками, которые развиваются. Пеш. Не меня хорай, да, летай, меня хорай. Всё. Чё? Ай, это вал, да? Чё? Ну, Даниэл, убери. Мне. Здесь сисался насчет. Нажак каракель, да, ендерсте. Даниэл. Здесь так. Что натянешь? О-о-о. Ну не трогай, еще телефон тебе. Не надо, носи. Ну еще, ня. Алло. Алло, Адя. Слушай. Алло, Адя. Привет тебе. Настя, Адя. Привет тебе. Папа. Привет тебе. Привет тебе.